Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет, любитель пива! Да. Сегодня поговорим о пиве с Яшей Мотислав Николаевич. Да. Что сегодня? Легенда, легендище пивоварения, да. Друзья. С 1881 года. Для России это пипец. Самара. Самарская, друзья. Самое, самое оно, да? Эх, Самара городок. Беспокойная я, когда пиво передо мной. В общем, мы уже делали обзор, друзья. Это уже второй обзор на самарское пиво, да? Первое мне привозил Сергей, мой коллега. Прямо оттуда, с заводика, свеженькое. А это мы сегодня обнаружили у нас тут в местном магазине, Губахинской пивоварни, да? Да. Они завезли. Заехали, увидели. Я говорю, давай берем, потому что это не пробовали. Да. Мы из этих, по-моему, только один пробовали. И то не точно, но, да. По-моему, пробовали. А все остальное, по крайней мере, в Антапте посмотрели, мы его не пили. Поэтому будем пробовать. Дегустировать. Да. Ну и все-таки, наверное, по градусам будем. Потому что все равно это все лагерьки у нас, да? Ну, а да. Там Эли есть, да? Эли, да. В общем, начнем, наверное, с венского тогда. Оно у нас самое слабенькое. Венское. 4,3. Алкоголь. Венское раньше было венское, потом сказали... Все, хватит, надо делать жигулевское, делать свое. А венская, что там, солод у них, по-моему, да, другой? Да, хотя нет, хмель. Просто вода питьевая, солод пивоварный, ячменный, хмель. Хмель. Хмель другой? Да. В общем, венская, это будет практически жигулевское пиво. Фон Вакано. Да. Фон. Видишь, тоже жигулевское же написано. Ну, это традиция жигулевского. Кого? Жигулевского. Прикольно написано. Такая кука у меня подарил нам товарищ блогер, наш коллега, да? Да. Алкогольный приговор. Он сам делает. Сам делал, ручная работа. В общем, вот такая акула будет нам открывать пиво. Жигулевское. Да. Каго. Самаро. Жигулевского. Интересные такие вот пивасики тоже пробуют, друзья. Не одним крафтом мир богат. России, вернее. Надеюсь, что будет вкусно. Давай побольше первого. То есть, так охотно мне прямо. Пивка, да, что-то пришли, прогулялись немножко за пивом. Сегодня бокал у нас будет один, потому что, сами понимаете, я нахожусь у себя дома, у нас... У меня нет столько бокалов, как у папы. Вся посуда у него хранится. Венская? Венская, да. В районе 100 рублей все стоит, 100 с копейками, да, в нашем магазине. Где-то плюс, где-то минус. Тут что-то по скидке было. По-моему, самарская самая дорогая. Ну, ароматик так себе, конечно. Просто я в последнее время за лето, сейчас было лето у нас, да? Я много перепробовал вот этого дешевого пива. Дешевого пива очень много попробовал в этом году. Прямо много. Ну, это тоже не выдающееся, конечно, пиво. Много постоянки какой-то. Ну, нет, слушай, хорошо. Нормально. По мне много постоянки. Железо как будто даже. Ну, да, что-то такое вот постороннее что-то есть. Ну, хотя хмель интересный такой. Да, за 4-3 градуса он достаточно плотный. Да, кстати, по плотности не написано, сколько плотности. Да, должно быть написано. Да, десятка. Десятка. Десятка самая такая, самая маленькая. Самая маленькая плотность, да. Да. Хотя по вкусу как будто бы это 12-15. Достаточно мастонистая, плотная, солод здесь хороший. Ничего плохого я такого. Ну, посторонка какая-то может быть. Да, вот посторонка что-то есть, конечно, маленькая. Ну, венская, она всегда с какой-то постороночкой. Первое залетает, конечно, хорошо вообще, прямо хорошо. Вообще, идеально. Еще прохладненько. Чуть-чуть сластит. Сладость чуть-чуть небольшая. Ну, это даже прикольно, не скажешь, отталкивающе. Добавит хорошо даже, абсолютно, да? Хорошее пиво, не знаю. Ничего плохого я про него вообще сказать не буду. Ну, будем пробовать следующее, потом уже можно... 0,5, 0,7. 0,8, 0,7, 10, короче, по 2 месяца у нас 7,7 примерно. Элитная только старая. Ну, как старая? О, пиво хорошо 3 залетело. 3 месяца. За хорошо залетело. Нет, ну, хорошо, хмель, слушай, такой
Это нормально? Не знаю, по мне так вообще все. Но хорошо. Это тенец для Вайки, это намного интереснее, это намного вкуснее. Я бы хотел бы, конечно, разливной, чтобы у нас Самарская продавала. Ну, если такое будет по такой цене, по 200 рублей литр, так, я не знаю, ну, это 200, дороговато. Я думаю, что это просто в нашем магазине такая цена. Еще и бутылочка стоит, из бутылки же не забывай. Я думаю, что в Самаре оно дешевле стоит. Я тоже так думаю. Я уверен в этом просто. Так, ну давай, так, Эль. Эль, да. Хватит Эль нам... Жигулёвск, каго. Хватит каго. Нам о. Лагерьки пить, перейдем на Эль. Давай, Эль будем пробовать. Вот сейчас мы его сравним. Эль и лагерь. Да, разолью и прочитаю, да? Ух, оно потемнее. Ну это же Эль. Эль. М, Эль. Давай. Что же тут написано, друзья? Содержит продукты вредные для здоровья. Так, это все понятно. Состав: вода питьевая, соль, пивоварный ячмень, хмель, хмелепродукт. Все по немецкой технологии прямо. Прямо вот как они делают. Кто это? Ванштефанер. Ванштефан, да. Прямо как Ванштефан. Угу. Ох, хорошее пиво. 5 градусов, 12 сусло. Не, ну слушай, даже если так вот посмотреть, я сейчас, вот это Жигулевска, я, допустим, возьму, чем модель весь. Ну, который в России делают. Который в России делают, это вообще ужасное пиво. Ну, я в Пятерочке нет-нет беру иногда, но это совсем другое пиво, но оно вообще... Тоже Могилёк же, чё, господи. Оно же пшеничное. Нефильтрованное. Нет? Я, по-моему, лагерь пил в банках. Ну, ладно, не будем об этом сейчас с пиве. По-моему, да. Оно идет, конечно, в айсберг. Пидманул, короче. Ладно. Переходим к дегустации, что ли? Ну что, пузыречки бегают? Бегают. Пенка, маленькие, пенка маленькие. Слабенькая, слабенькая. Слабенькая, да. Это Эль. Ну давай. О, здесь насыщенность уже. Нифига тут хмеля. Слушай, меня же Волковская напомнила. Не, здесь хмелёк хороший, ребятки. Напихали, да? Будь здоров. По крайней мере, в аромате. После венского-то. Слушай, вообще нормально. Она, по-моему, по акции это и было одно. Да. Не, ну здесь хорошо, слушай. Но мы его уже, по-моему, даже пробовали с тобой. И даже не хочется такую, хочется кружку такую, знаешь, большую. Угу. Ну-ка, давай глоточек. Давай. Ну да. Это хорошо. Ну, это такое хмелёное. Оно хмелёное, ну, я не знаю, может, мне кажется, там была сластинка, тут здесь, тоже... Здесь сладкий соус вообще. Да? Оно очень сладкое. Как будто карамельный соус такой, да? Карамельный соус, да. А хотя не написано. Но. Да, карамельный соус, однозначно. Прикольно. Нифига он карамельный. Это не написано, да, что карамельный. Ну, прикольно. Мне нравится такое пиво. Это прикольное пиво. Особенно то любит вот немножко карамелизированные, да, такие сорта. Слушай, второй раз обзор делаю на него, и второй раз обманывается. Да я сразу говорю, что это должно быть нормальное пиво. Угу. Не знаю, прям он. Нет вот этого бумаги туалетной, нет вот этой это... санины, вот этой, не знаю, там вот, кошачий да. Какой-то. А здесь именно пиво. Именно пиво, обычное, стандартное, хорошее. Хорошее, стандартное, пиво. Среднее пиво, такое прямо, прямо твердое, 3,5 даже, да, вот так вот. Вот нему... Спокойно, нечем его докопаться там. Придираться как бы не стоит. Не стоит. Там не знаю. За 200 рублей как да. Бы у вас. У нас там еще может быть 100 с лишним, да, а так оно может быть и дешевле стоит. Ты же берешь немецкие дешевые, красно-белые, допустим, да? Это намного интереснее. Ну да, да. Намного по, интереснее. По качеству. Возьми Шпаттен сейчас новый, который сварили, такие уже вообще пить нельзя. Ну это же вообще жесть. Это же просто жесть какая-то, я не знаю, там что-то. Нет, с удовольствием, слушайте, ребят, с удовольствием. Или прямо я получил удовольствие, честно. Вот. Оно главное карамельное, хмелевое. Я не скажу, что это что-то выдающее, но это очень хорошее среднее пиво, такое прямо вот классно. Все. Да, вот его продавали бы за 89 рублей где-нибудь у нас, я бы брал бы его вообще всегда. Однозначно. Да? Так, ну давай сейчас элит, да? Элитная. О, сейчас все, элиточка пошла, друзья. Элиточка. Легендарная элитка. Я бы сейчас еще налил даже. Ладно, давай подегустируем, ну, потом конечно. Попьем. Тут сам фон Бакана нарисован, наверное. Мне кажется, что он есть тут. А это он вообще был?
Флабакан это что вообще, друзья? Тут цвета амбра какого-то. Нет, чуть потемнее. Ну, пиво светлое, элитное. 0,5 и сусло 12. Ну, а здесь уже побольше, да? Что, нам тоже 12 было? В Эле. А, в Эле 12 тоже, да? Угу. Давай посмотрим, чем оно отличается. Пастеризованное, осветленное, все дела. Тут уже пеночка даже стоит. Ну, цвет такой, да, тоже как карамелизированный. Ну да, вот как бы. Здесь пенка уже такая плотненькая. Ну, это не лагерь, а, конечно, там вообще другие. Нет, здесь больше карамели. Ну, там эль. Ну. А это лагерок уже. Давай пробовать. Давай. За нас, дорогие друзья. Пробуйте разные пивасики. Бывают и в России вкусные. Здесь сладость, но она другая. Здесь спирт, да, вылазит. Какое-то спиртовое. Если там была карамелька, то здесь сладость не карамельная, она другая. Ну, слушай, она все свастит. Почему? Да, тоже сладкая. Тоже сладкая. Ну, так себе, да? Ну да, после того эля, оно намного хуже. Ну, хуже не хуже, но оно какое-то... Нет, просто интереснее было пиво, вкуснее. То интересно. Вкуснее, да. Может быть, поехали... Или прямо вообще зачетный. Угу. Здесь пиво и пиво, как бы, да? Чуть крепенькое. Вот. По мне спиртозности много. А что, оно показалось много, что ли? 5. Ну, что, нет, там, для пива-то это вообще идеально. Ну, по мне, вот, спиртозности много, прям спирт их чувствуется. Чувствуется? Угу. По мне, прямо, какое-то оно... Фух. Я не могу понять, вот, на что сахар похож, прям вот... Какой-то тростниковый, да? Ну, что-то такое, да, не знаю сейчас. Ну, не карамельный, однозначно. Ну, и в конце даже горчиночка такая прикольная. Ну, есть, да. Но она небольшая, она очень маленькая, но она есть. Ну, по мне как-то так. Да? Ну, горчинка есть, вроде ничего такого плохого, ничего хорошего. Такое, ну, такое среднее. Просто пиво хорошее. Ну как хорошо, ну нормальное пиво. По мне какое-то спиртозное, но не знаю. Не понравилось, да? Не. Спирт вылазит, и по... кроме 5 градусов, ладно, там 6 было, спирт, понимаю, как-то. Ну что, переходим к светлому. Опять фон Вакана, теперь просто светлое. 5,5 градусов, то есть здесь уже покрепенче. 13 с услом. Ну так поплотнее будет. Состав, а здесь уже рисовая пошла. О-о-о. Это здесь уже рис. А там же не было риса? Нет, нет, это стал стандарт. Все, а здесь с рисиком, друзья. То есть чуть-чуть Японии сюда запихали, да? Япония, Корея, непонятно, что там. Китая. Китая, да. Таиланд, там, Сингапур и всякое. Не, ну это же не означает, Вьетнам. То, что оно будет невкусное. А сейчас что, казахское пиво тоже практически все идет с рисом. А в Беларуси там вообще все поля. А там, по-моему, вообще все, что растет, они там кукурузу ложат и все ложат. А рожь кукурузы. Ну, здесь вообще светленький, конечно. Да, несложеночка-то чувствуется. Ну, здесь уже даже и туалетная бумага идет. Несложеночка пошла. Да, как-то мы неправильно начали дегустировать. Да, здесь уже маленько не очень приятные ароматы пошли. Ну, рис, да, сразу же, да, в аромате? Ароматы пошли, да, другие. Прямо таким дешевским пивом, знаете, прямо с сливайки начинает пахнуть вот этим, да? Ну, пошла не сложенка. Да. Даже получится не очень хочется. Давайте. Давай будем пробовать. Как она называется? Светлая. А, просто светлая, да? Угу. Сладость, переходящая в горчинку. Ну, слушай, оно достаточно вот самобытное такое. И в жару, оно в жару вообще залетит. На... Ну и накидает. Накидает, да, слушай. Ну, слушай, неплохо. Да. Так все, в балансе. Если аромат был не очень хороший, то вкус, то извини. Вкус пить можно. Сбалансировано, приятно. Никакой там рис не чувствуется, конечно. Ну, сладость, переходящая в горчинку.
Ну, вот, скорее всего, видишь, по ГОСТу уже делают. Вот в советское время, наверное, так и делают. Вот добавляли крупу рисовую. Вот такого примерно вкуса, мне кажется, и было плюс-минус пиво. Если было крепкое. Господи, 40 лет прошло, сейчас все помнишь, или там все вкусы. Ну, мне просто кажется, что они все равно традиции более-менее хранят, что завод же старый. Все равно, мне кажется, плюс-минус рецептура-то, что она поменялась? Да ну да. Ничего особо-то не поменялось. Мне кажется, вот светлое пиво такое было. Ну, мне кажется, вот имя я уже повторяюсь, конечно, но в жару это пиво будет нормально. А он даже как будто бы сюда вот лимончик можно, да, кинуть? Так, мне а вообще кажется, мне, вот, я тоже хотел сказать, что как будто там уже есть лимончик, потому что даже кислинка такая лимонная есть. То есть, кто любит корону, да? Ну, слушай, хмель такой на послевкусие хороший. Неплохой, неплохой. То есть, это как раз люди же не любят очень сильно хмеленые пивасики, да, а вот здесь самое то, то есть, как бы горчиночка есть. Ароматик не очень, да. Я сразу скажу, что аромат мне вообще не понравился. Ну, по большому счету, возьмем пиво-то никто не нюхает. Кто его нюхает? Ну, это мы сидим вдвоем с тобой тут нюхаем. Ну, пиво пьют, да. Пиво пьют, и вот что его нюхать, да? Пить и пить, да. В Самаре тут похоже. Пить. Там же, друзья, на набережной. Ну, блин, как-нибудь съездим, надеюсь, в Самаре побываем. Прямо из завода идет труба. Здоровая, прямо на набережную, и там разливной пиво. Ну, как рассказывают. Ну, там так и есть. Ну, наверное. Я потому что и видел, видео смотрел. Да, действительно. Прямо там разливают. Вот там-то свежак, наверное. Ох, какое-то светлое там, представляешь? Да с какими-то раками. Кружечку взял большую такую, литровую, блин. Литровую, да, да с чтобы... раками, со сраками. Понятно. С рыбкой, значит, в область. Так вот, и охота. Вот сейчас вот под это пиво захотелось рыбы. В Самару захотелось. Ну, такой леща здорового, знаешь, прям взял. Ну, блин. Там еще девок, говорят, красивых девок много там еще, говорят. Да, они везде есть. Там, мне кажется, там пиво просто его пьют и сразу сидят. Сразу сидят, как красиво. Там такое пиво, оно что, представляешь, свежее, вкусное же будет. Ты обезьяна, да, я думал, ты красивая девушка, да. Что бывает. Ну, слушай, прикольно, мне понравилось. Да, да. Да, чувствуется здесь, конечно, не солженочка. Нет, снова чувствуется во вкусе. Но это прикольно, это ничего плохого в этом нету, это наоборот. У нас сбалансировано, наш более-менее сбалансировано, да. То есть вот этого нету всякой гадости. Это не противно, это даже может быть и плюс даже, да, что оно вот такое. Опять бы, если бы не солод, опять напихали, как там, да, везде, и не разбавили бы этим, оно опять сладкое было бы, наверное, очень. А тут оно какое-то вот своеобразное. Ну что? Давай, легенда, легенда. Ах она! Самарская! Все, когда у нас из города ездят на юг туда и обратно едут, конечно же, как не заехать и не купить самарского. Сам Касьянов тут. Знал бы я, кто такой. Он Баканов, наверное. Касьянов. Касьянов. Касьянов, а ну, наверняка какой-то директор завода, скорее всего. Напишите, кто знает, кто это. Напишите, кто знает, да. Я думал, Фон Баканов, наверное, в 1800 каком-то году был, а этот, может, уже свежее. Такой уже с галстуком. На Ленина похож. У него звезда есть, орден звезды. Орден звезды? А что за что орден? Звезду такую давали. Я не вижу. Ну, обычная звезда такая прям висит. Маршал. Маршал? Касьянов. Что, он пил? Ну, Михаил Касьянов такой премьер-министр у нас был в России. А, так вот, наверное, он есть. Да. Ну, вроде это. Не такой. Не бухал. Там все бухали. 6 градусов, друзья. О, вот это вот мой любимый размерчик. Сейчас посмотрим. Пиво самарское сварено на старейшем пивоваренном заводе. Основан в 1885. Что, наверное, самый старый завод, наверное, да. В России, да? Аж слеза накатывается. Ну, это же не 1021 год, где там эти бельгийцы варили. А на сайте не бельгийцев, хотя бы у нас одно есть. Не, ну, кстати, да, я вот скажу, что импортозамещение, вот если вот это сейчас везде начали делать. Почему его не продают везде? Я не знаю, я, по-моему, в Перми вот первый раз я увидел. Вот только в фирменном каком-то магазине можно найти, где там специализированном. Хотя, почему не продавать, я бы с удовольствием покупал. Да, я бы вообще с удовольствием. Заходишь в эту пятерочку, там кроме этих Балтики всякой, вот Туборги, Хайникин, вот эта вот гадость, которую вообще пить невозможно. Но оно, ребят, реально невозможно, то жалею, брой, там вот продается вот это все, блин, такая шляпа. А тут такое вот, да? Блин, ну, ну не знаю, ну прикольно, с авдепом, конечно, таким прямо отдает. С авдеповское все, да, как бы, да. Ну, блин, в этом-то и прикол, как бы, да? Я соглашусь, да, как бы не очень интересно, вот эти наклейки не очень прикольные. Но они не заморачиваются, мне так кажется. Ну, блин, в этом-то как бы и прикол, мне кажется, знаешь, вот.
Ну, пиво, реально зачет, наверное. Да хорошее, хорошее пиво. Четыре бутылки выпили, попробовали ее, да, не выпили. А здесь вот пятая осталась, ну, попробовали. Я понимаю, что линейка у них вообще огромная, то есть каждый найдет свое пиво какое-то. Да? Ну, допустим, да, мы считаем, что это были, да, больше всего понравилось, допустим. Да. Да. Ну, мне как вот, светлое мне тоже, в принципе. Да и венское хорошо залетело. Ну, венское сразу пиво было. Ну, сейчас попробуем после этого два еще венского. Просто маского, но... Ну, здесь тоже какая-то... Когда я постал? Тоже, что ли, рис есть? Угу. Да? Ну, вот я говорю, вот они даже похожи. Да, похожи. Похожи, да. Похожи. Чего, отца? Вот эта бумага пошла. В общем, такой же состав. Тоже с рисовой крупой. Ну, да, опять же, во вкусе уже сладость. В аромате. В аромате, вернее, да, в аромате. Уже сладость здесь идет. Здесь сладость, да. Градус не чувствуется, да, в аромате? Ну, пока нет. Да. За вас, дорогие подписчики. Ставим лайки. Это уже крепенькое. Ну, вот этот больше формат мне понравился. Вот этот. Ты крепкое больше и любишь. Тебе же как становится около 6 градусов? Да, примерно. На первый глоточек оно поинтереснее показалось, чем, допустим, предыдущее пиво у нас. Я бы такое в баре бы пил. Вот соглашусь. Да? В баре бы я прям вот такое выпил. Если то вот светлое, которое прям хотелось сделать на пляже, знаешь, вот такое. Да. Здесь, да, здесь действительно какой-то барчик посидеть. Прямо в самарском баре вот этом сесть, знаешь, и вот пить его. Оно такое уже полнотело, насыщенное. А что у нас это, сколько оно по суслу? 14. Только оно самое плотное. Но. Вот почему мне и понравилось, что оно плотнее. Чем плотнее, тем пиво для меня вкуснее. Для меня. Так, наверное, но. Для многих. Ну, не для всех, конечно. Кому-то венская больше понравилась бы. Ну да, спиртик чуть-чуть чувствуется. Ну, чувствуется, что покрепче оно, чем все остальные. Конечно. Но чувствуется, что покрепче. У него хмелёк хороший. Очень хороший хмель. Да. Даже горчиночка такая приятненькая уже пошла, все. Там во всех пивасиках не было, здесь сладости не так много. Не так много сладости. Здесь оно чуть-чуть сладковатое, но именно, вот, мне кажется, здесь оно в стиле, мне кажется, почему-то. Угу. Ну, это стиль какой-то самарский. Самарский, фирменный, да, какой-то. Фирменный, да, видимо, они вот такое вот крепенькое. Бывает. Нет, это хорошо. Угу. Завод где-то делали ролик, оставлял эти фотографии. Прикольно, это раз, обзор снять. Ну почему хорошее пиво не снять, я не знаю. Не, у нас там были другие сорта. Не знаю, друзья из Москвы, да, у нас же много из Москвы подписчиков смотрят обзоры. Напишите, вообще в Москве продают самарское пиво или нет вообще вот этого? И как оно вам вообще? Ну, с точки зрения не Германии там какой-то, да, дорогой? Так само собой что-то. А с точки зрения российского пива? Ох, хорошо. Кто вот лучше делает, не знаю. Ну, это классика, да? Такая прям хорошая классика, которую бы с удовольствием пить. Там, ну, вот это правильно ты сказал, пиво для бара, вот в баре посидеть. Вот помнишь, как мы с тобой в Сочи были? Во-первых, в баре что хорошо, вот скажу, да? Купить меньше и опинеть, да? Себе, да. Чтобы сэкономить денег, друзья, да? Ну, как ни крути, все вы так. Ну, и плюс под закусочку-то оно вообще пойдет хорошо. В Сочи мы с тобой на берегу моря сидели. А кто был в Фейсбуке, помнишь? Mm-hmm. Тоже вначале заказали вот это по большому сету, нам принесли пиво разного. Mm-hmm. А потом сказали, нафиг мы вот это все брали, когда можно было взять вот одно пиво и всю ночь там пьянствовать. И было вкусно. До 4 утра и спокойно сидели. Mm-hmm. Выпили там не по ящику каждый, и вообще было хорошо. Нам тоже, а вот. Старгород, друзья. Ага. Реклама бара. В Сочи? В Сочи, да, на да. берегу, Старгород, классное там, такие вообще, три этажа, такое, прям да, пивоварня. Место вообще обалденное, конечно. Место душевного веселья, да, прямо там они и варят его, и все остальное. Только пейте нормально, а то вот у вас потом лицо будет такое. Безликий человек стоит, когда много пьет. Налей-ка мне еще, знаешь чего, светленького. Светлого? Да, чуть-чуть, прям вот, хочу попробовать после этого, все хорошее. Я просто хочу попробовать, как оно после этого. А я попробую венского еще раз. Ну да. Ну, это, вот, они разные. Вот здесь оно очень сладкое. Вот сейчас после того пива оно очень сладкое стало. Это действительно вот на берегу реки лежать. Угу. По приколу будет. Блин, венское зачетное. Нормально. Ну и что, вывод какой делаем? Да классно вообще. Не знаю, очень хорошо. По мне хорошо прям вообще.
Не знаю, я говорю, что я очень много попробовал за это лето вот этого всего пива. Шляпа вот эта вся. Всякого. И мне, в принципе, почти ничего не понравилось. А вот это прямо не понравилось. А у меня теперь опыт уже большой за это лето, говорю, еще раз перепробовал дофига. Дешево. Ничего хорошего я, в принципе, то и не пробовал. Ну, я тоже не скажу, что оно все дешевое, здесь уже по 109, но это у нас, опять же, у нас, говорите, уже говорили сегодня об этом. В других регионах, может, оно дешевле, напишите, кто не помнит. Знаю, страны с томскими или алтайскими. Ой, ужас, ну не надо, давай. Ты... Ну вот, просто с чем сравнивать, с томским, с алтайским, больше-то особо-то никто ничего и не делает, да? Там, трехсосинская, что там еще, ну, все такое вообще. Трехсосинская, там все на один вкус. Ничего не бери, она сегодня такое. Бери дешевле, которое, и все, знаешь. Трехсосинская хорошо пить, когда уже водки накидался там, блин. Все, потом его пьешь уже. Ну, байкер, да, чуть залетает. Да, вот так у нас всегда так. Когда жара на улице, вообще пофиг. Ну, да, мне пофиг становится. У меня хода какого-то лагерька, обычного жигулевского, чего-нибудь там такого. Ну, потому что у тебя там еще лежит это, всякие шашлык тут же, у тебя тут же выпечка всякая, и пофиг его сейчас зачем там пить, и рыба там всякая. Мне охота утолить жажду. Копченая рыба там, еще что-то там еще лежит, конечно. Ладно, давай не будем затягивать ролик. Так уж затянули. Пишите, кто пробовал это пиво, как вы к нему относитесь, потому что я хорошую оценку поставлю. Да, я не могу сказать, что ты... вышка, но я скажу, что это очень хорошо пьется, но очень легко, все. Это легенда, она да. Так и во вкусе осталась, мне кажется, ничего не поменялось в рецептуре. Крупа рисовая и та хорошо. И та хорошо сбалансирована, хорошо. Хорошо сбалансирована, хорошо туда не внедрили, не сложеночку, но прямо в тему туда. Да. Все. Ну, ладно, все. Всем пока-пока. Бля, нет, вот это хорошо. Вот, бля, вообще. Мне венская вот вообще. Да? Ага. Блядь, оно такое вкусное стало. Да в кайф. Никакой посторонки сейчас нету здесь, блядь. Хорошо. Бля, вообще.